В Сорочинск-Оренбургской области за 1500 километров от Орловского новоселья приехали наши поисковики. А с ними уроженец тех мест Усман Ханзафаров. В этом майском нашем сюжете он здесь с дюжиной своих побратимов. В сожженном немецком блиндаже, куда местные после боя скинули погибших в январе 1942-го. Место рядом с деревней Задушной Новосильского района. Благодаря сохранившемуся смертному медальону удалось установить имя оренбуржца. Потом поисковики нашли его семью и потомков. 82 года родственники бойца считали его пропавшим без вести и только сейчас узнали, что погиб он под Орлом. В полевой экспедиции раскопками были заняты поисковики из Объединения Отечества, включающего отряд памяти с управления службы судебных приставов, красноармеец из УФСИН и поисковиков из Залегища. У приставов прошло прощание с бойцом, после чего поисковики отправились в дорогу. С ней, как и с чтением медальона, помогли коллеги из Объединения «Костер». Те уже неоднократно реализовывали программу под названием «Бедишинель. Пошли домой», помогающую при участии благотворительных фондов вот так возвращать бойцов на родину. Товарища Ханзафарова проводил весь город. Упокоен он рядом с женой.